Всем еще раз привет. Съехали с Киевского шоссе. Вот маленькая церковь. А тут есть улица. Наверное, здесь как-то улица называется. Ну, короче, вот эта маленькая церковушечка. Не-не, Саш, нам туда в ворота. О, это выезд новый, что ли? Так вот, маленькая церковь. Заезжаем. На выезде машина подлежит осмотру. Ради бога. А что, мы не пролезем, да, в эти ворота? Режим работы ежедневно с 8 до 20. Видно. Туда сейчас никто не ездит, закрыто, понимаешь? Государственные бюджетные учреждения озеленения. Иди, вылезай. Саша мне сейчас говорит, да они не работают зимой. Муж мне сейчас говорит, они зимой не работают. Да ему лишь бы сюда не ехать, понимаете? А тут... Конечно, да он всегда так меня вводит в заблуждение. Посмотрите, какая красота. Какова красота. И знаете, что я сюда приехала? Почему я сюда приехала? Я насмотрелась, сидя дома, в такие морозные дни и вечера, насмотрелась роликов. И почему-то мне больше всего герань. Герань, герань. И вот я хочу... Здесь всегда есть герань. Есть, есть. Вижу. Я уже повернула голову, уже вижу герани. Вот. Я особо как герань сажаем на улицу. Вот все гераньки я свои раздала. Посмотрите, какая красота. Какая елочка. Ой. Красиво, невероятно. Так, Деды Морозы. Так, а где Снегурка-то? Ё-моё. Снегурка еще в шортах, посмотрите. Вообще, в подростковом возрасте. Обалдеть, точно. Дед Мороз есть аж два, Снегурки нет. Ра-та-та. Так, ладно. Ух ты, какая красивая. И игрушки здесь продаются. Какая красивая. Так, подвесные кашпо. Вон какие подвесные. Так, а эта герань случайно не вот эта вот, как она называется-то, которая пахнет очень. Если потрете листик, да, она пахнет. Кстати, она разная. Вот такая и вот такая. Ну-ка, девушка, покажитесь. Да, это пахнущая. Ой, она не то, что пахнет, она прям как Франция. Да. Так, и вы знаете, домой я приеду, естественно, и буду жалеть, что не взяла. Смотрите, какой огромный. 270 рублей. Огромнейший это плющ. Я так думаю, что это плющ, да? Ага, сейчас, крестовник, крупноязычковый, кашпо. Плющ. Ну, возможно, он так и называется. Так, 380. Фитония. Сингониум. Вот эти сингониумы. Вот я что мечтала у них взять, бегонию. Посмотрите, какие. И вот еще я насмотрелась ролики вот с этими бегониями. Ну зачем она мне? Мне сейчас рассада пойдет. Я не знаю, что с ней буду делать. Но вот эти бегонии 230 рублей. Королевская. Бор. Что значит бор, не знаю. Вот это очень красивая, махонькая. И вот это мне нравится. Только маленькую взять надо. Потому что это уже все выросло. А я люблю маленькие брать. И вот это... Фитония. Ну, фитония, вы, сударыня, очень дорогая. Я не хочу дорогую. И вот смотрите, сингониум. Нет, ну, если бы я выращивала домашние цветы, да, сингониум, ножка листый, совсем другой. Так, кстати, здесь и семена, и удобрения, и, я не знаю, и все, что нужно. От клеща есть клещи, клещевид, или как он называется, биотрин. Так, отсюда вижу Танрекс. Так, берем. Так, есть, наверное, Провотокс. Но Провотокс мне не нужен. Лазурит. Так, ладно. О, у меня был когда-то вот этот цветок. Вот этот вот. Они очень хорошо. Это тоже бегония? Нет? Ну, наверное, бегония. Что-то там написано. Да, бегония это тоже. Вот эти очень разрастаются и потом свисают вот так вот у них с горшочка. Красиво очень. Так, ладно. Здесь я подожду. Я пойду посмотрю семена. Бог ты мой. Так. Я, наверное, забуду. Саша, вот это я возьму. Замерзнет. Не замерзнет. Я упакую у них. Слушай, они разные. Вот это. И вот это. Или это они просто маленькие, а это взяла. А эти. Нет, ну вот это я точно возьму. Посмотрите, еще какая. 230 рублей. Смотрите, какая. Нет, ну хватит, хорошего понемножку. Какие, они тут у них всегда разные. На, возьми, а то у него украдут. 230 рублей, наверное, стоит.
А, вот эти по 190. А, точно, пепирамея. Она у меня там на даче девочка выращивает. Она такая большая. Ну вот эти красивые. Я бы девочке этой взяла бы кого-нибудь из этих бегоний. Но я на дачу я больше не буду заезжать сегодня. А тогда она будет у меня довесанная. Понимаете, в чем дело? Вот. Какая морока. Морока, еще придумаю что-нибудь, какие-то слова. Вот это такая необычная. Блин, ну, нравятся они, мне нравятся. Так, ладно, дальше пошли. Сейчас я еще семена посмотрю. И еще я возьму, Саша, не бегонию, а эту. Вон, которые цветут. Вот, которые цветут. Блин, я не знаю, какую я возьму. Так, выбор небольшой, но я... Вон бегония цветущая. Ё-моё, ё-моё. Так, вот это вот. Вот этот цветок очень сейчас модный, я слышала. Тилея или гирея депресса. А вот это кто такой? Так, а вот это у меня... Это они на улице растут, да? Ну-ка. А, вот. Вот. Пилея депресса. 210 рублей. Ну, так. Эониум 230 рублей. Чего тут только нет. Так, вот это у меня было. Прям буквально то ли в этом году, то ли в прошлом выбросили. Так, гипоэстес. Гипоэстес беленький. Гипоэстес, как это он, кровавый, что ли? Кстати, смотрите, он собирается цвести, что ли? Да. Обалдеть. Так, ладно, обалдеть. Ух ты, какая там вот елочка какая-то такая. Да, хорошие вот здесь вот работают люди, потому что сразу, не знаю меня, ну когда я тут приезжала, разрешили снимать. Снимайте, что хотите. А, вот я поняла, это у нашей бабушки есть вот этот цветок. Он у нее вырос уже выше меня ростом. Вот так вот, представляете? И он колючий-колючий. Ну-ка, да, колючки. А как он называется, молочай трехгранный? Может, это не он? Саш, у матери у твоей вот такие. Хорошо, хорошо. Давай! Я, говорит, не могу здесь больше находиться. Но здесь очень неприятно гудят вентиляторы. То есть отопление, да. Так, молочай блестящий. Молочай блестящий. Вот, он цветет даже, этот блестящий. Посмотрите. Я не видела у бабушки ни разу, чтобы они у нее цвели. Так, дальше. Пилея гибридная. Ух ты, вот эти красивые. Так, вот это тоже, наверное, пилея. Точно, гибридная, горная, что ли, но пилея гибридная, тоже гибридная. Вот это тоже, наверное, пилея. Вон какие красивые полосатики. Точно, это все пилеи, представляете? Аукуба японская, 230 рублей. Тут такая, я не знаю. О, лимон. Сортовой горный. А, ну это можно косточку, конечно, бросить и все. И у вас лимон сортовой горный. Так, а вот это кто такой? Я видела бересклет японский. Видела на даче, там тоже в горшке что-то такое росло. Так. Когда-то я купила, я сейчас до них дойду. Так. Фикус Бенджамина 380. Ничего себе, они какие большие. Вау, и всего 380. Вот этот мне нравится, тоже 380. Просто Шефлера, 380. Ой, какая она красивая. Было бы у нас в подъезде стол, который выбросили. Ну, одному жильцу, как бы он и не живет, но квартира его там находится, не понравилось, что мы выращивали цветы, и пришлось все выбросить, представляете? Так, а это кто такой? О, какие! Это они цветут. Не мантантус гибридный. Смотрите, какой цветок у него, у немантантуса. Не мантантус. Так, шефлера. Я их все равно не запомню. Так, вот какие красивые. Вот они уже большие. Солей ролия. 270 рублей. Боже мой, люди, посмотрите. Всего 270 рублей уже готовый выращенный цветок. Так, ну, горшки я не буду смотреть даже цены. Но мне
Ну не надо. Пока не надо. Когда надо будет, тогда я и посмотрю. Вот они. Вот, я никогда не забуду. Я где-то года 4-5 тому назад купила в Оби вот такой язык, он как-то называется, наверное, за 700 рублей. Я когда на кассе встала, я не поняла, за что с меня деньги взяли такие. Так, это что такое? Как это называется? Сансевиерия называется. Вот, и никогда не забуду, как на помойке лежали вот такие языки большие, тещины. Огромные, длинные вот эти полосатые. Мы пошли за грибами. Я говорю, пойду, хотя бы прикрыла куда-то в траву. Я говорю, пойдем обратно, я себе возьму такой. А, сейчас. Обратно мы шли, уже все вывезли, весь мусор. Вот. Так я жалела потом. Так, ну вы почем? Я такие не люблю, пальмочки. Ого, драценочки. Ой, как она размножается, я вам передать не могу. Прям обрезаете вот так вот. В течение 5 дней корни дает. Еще раньше, за 3 дня. Потом отсюда отрастает все. Ну, я думаю, у кого они есть, все знают. Блин, там еще один стол есть, а. Так, вот это варигатная такая. Так, красивая. Ну, здесь цены я вам просто передать не могу. Здесь цены смешные. 300 фикус каучуконосный, 380 рублей. Ну, фикус я уже выращивала. Как бы его ставить некуда. Так, нефролепис. Ну, какая-то такая штучка. Кстати, Лариса Зарубина показывала вот такие вот. Так, это кто? Это красивый такой. Ты посмотри, подъеум, пёстрый. Пёстрый. Так, ладно. А, вот это роза, что ли? Вот это вот китайский. А, да, гибискус китайский, точно. Ну, кстати, она, говорят, можно не отравиться, если много скушать. Ну, а что? Реулерия макоя. 136 рублей. Реулерия. Так, гибискус, все. Так, ну вот эти я даже не хочу смотреть, которые цветут. Так, 250 рублей. Так, это что, мята, что ли? Белоперония. Белоперония какая-то. Вот. Так, ладно. А приехала я. Ну, блин, я, наверное, еще один цветочек возьму. Что-то я очень мало взяла. Что-то мне это очень не нравится. Так, ну что? Ну что, бегонька, кого брать? Кстати, вы не представляете, я узнала, что бегония, оказывается, все по именам. Вот эти я думаю, вот эти вот, это все простые бегонии. Ну-ка, мое внимание привлекла. Мое внимание привлекла. А, это она желтая, она болеет. Люда. Привлекла ее внимание. Ага. Так, раз, вот это одинаковые, да? Вот эти вот. Вот мое внимание привлекла. Больные мое внимание привлекают. Вот так вот. 150 рублей. 150 рублей. За сколько девочки черенки покупают, я высылаю? Неукорененные. Ну и укорененные тоже. Так, вот это подружка. Вот она, смотрите. Не-а. Камера выдает красный, а она такая, знаете, фиолетовая. Так, ну-ка покажись, что там у тебя. Ох, шикардосная. Наверное, вот она. А может, не она. Может, красная. Так, вот она, вот с одним. Вот она. Какое оно, посмотрите, из одного прям столько выдает. Сорт такой, наверное, благодатный. И посмотрите, а здесь, так, здесь раз, два, три. Здесь три. Скажите, ну еще и выбирает она здесь. Вот, здесь, правда, цветок очень маленький. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Вдруг она у меня зацветет. Пять. И здесь раз, два, три, четыре. Блин, зато здесь вот какой цветок, да? Большой, вот он. А здесь манюсенький. Ну ладно, переезжаешь. Палочка, ты переезжаешь сюда. Ой, тут уже две палочки. Вот сюда переезжаешь. Вот. Вот сюда. Вот. 150 рублей, вы представляете? Может, я еще найду получше, а? Но не передает камера. Не, Коля. Вот. Ну-ка. Не, такой, знаете, вот фиолетовый. Ах ты мой, сколько красоты. Люди добрые, посмотрите. Смотрите, это вот мужчина ходит, охранник, что ли, но у него куртка такая просто. О, 250 рублей, кстати. Черт,
Черт побери, сколько цикламены можете выращивать из семян? А это кто такой? Тоже, что ли, цикламен? Смотрите, какая листва. Сама по себе листва уже очень интересная. Она вот такая вот какая-то, как бы нарезная, вот видите, да? Ой, какая красивая! Но... А это вообще какая-то другая, нет? Обалдеть! Вот смотрите. Раз. С белыми какими-то листиками, кончиками. Два. Другой узор. Совсем другой. И три. Представляете? Три. Четыре. Да, если девочек позвать, то они скажут, что это за сорта такие. Вот так вот. А я даже не знала, что даже у цикламенчика бывают разные сорта. Так, ладно, ползем медленно. И добро пожаловать. Мы уже пожаловали полчаса тому как. А вот она на даче. Она, нет? Она. Точно она. Так. И пойду я еще туда пройдусь. В ту сторону. Так, это уже покупатели. У нас идет переоценка товара. Сейчас может отличаться. Ну и ладно. И это не смертельно. Так, еще один я поставлю. Можно, да? Это вот мои два. А то у меня уже здесь два раза воровали цветы. Так, два мои. Еще схожу туда. Спасибо. Так. Ой, мать честная. Вы представляете, у меня глаза разбегаются. Я не знаю. Это знаете, как в лесу, когда приходите, да? А там целая огромная поляна грибов. И все белые. И все такие, знаете, большие. И вы не знаете, какой, в какую сторону пойти. Так, плектрантус. Да-да. Такой он. Покупала я девочке. Вот такой. Я не знаю, такой он, не такой. Но что-то такое похожее покупала. Так. Ну, вот такие были. Посмотрите, я тоже не знала, что они разные бывают. Раз бегонька. Два бегонька. Три бегонька. Обалдеть. И вон еще четыре. Вон еще. Ага. Вот так вот. А это кто такой? Так, а это... Толмея. Мензена. Мензена или мензена. Толмея, короче. Да, я сегодня оторвусь по полной. Но Саша сейчас, наверное, будет начнет название. Так, Толмея и Мензена. Это она же, да? Да, это молоденькие листики у нее. А вы знаете, смотрите, она вот это вот это такая вьющаяся, наверное. Да, вот у нее выползают еще листики. Девчонки, есть у кого-нибудь такие цветочки? О, а вот это уже плющ точно, канарский. А, честно, я была в лесу, где этого плюща море. Так, гипоцирта голая. Девушка, я что-то голая. Я не могу. Гипоцирта очень красивая. Такие жестенькие. Ой, если бы у меня были домашние цветы, я бы сейчас столько набрала всего. 450 рублей. Жижно. Что? Синтониум. Короче, синтониум. Все. Синтониум. Так, ну вот это, наверное, в каждом доме раньше были. В Советском Союзе. Ну и плющи тоже самые, и варьегатные. И как каких только не было. Дело в том, что они уже вон какие подрощенные. Так, вот это я уже видела. Так, вот это, наверное, тоже в каждом доме было. Да? Ой, колиусы! Люди добрые, вот такого у меня нет колиуса. Колиус Блюма. А у меня нет такого. А сколько ты стоишь-то, а? Колиус Блюма, колиус Блюма, 120 рублей. Какого Блюма? Вот это другая. Ну, колиус-то я точно не буду брать. Хоть у меня такого и нет. Был бы аватар, аватара бы я взяла. Так, ладно. Партеноциссус. Генри какой-то там, наверное. Короче, так себе. Цветок так себе. Так, ну вот это тоже так себе, я видела. На даче таких две штучки, малюсеньких таких прям, микро-микро. Ох ты, там какой-то, кто-то ягоды выдал. А здесь что такое? Клубника, что ли, вон там дальше? Не провалиться бы.
кто это такой? Он цветет, и у него ягоды красные. Девочки, кто это? Ну, представьтесь, перец декоративный. Люда, деревня. О, смотрите, вон там перец завалился, бедный. Ой. Ну-ка, ну-ка. Если не я, то кто? О, их тут два. А мать честная, а? Бедненькие перчики. Бедненькие. Да вы завалились. Все, поставила. Ну, ну, правда. Кто, если не я? Так. Нематантус. Нематантус гибридный. 600 рублей. О, это что-то такое. Вы знаете, нематантус. Это что-то серьезное. Если судить. И он цветет еще ко всему тому, да? Почти все в цвету. Вот. Что-то серьезное, да. Вот, это тоже нематантус. Черт, они разные, а? Представляете, оказывается, этих нематантусов разные они, разные. Так, ну что? Ага, это кто такой? Вот оно! Вот оно! Это я смотрела ролики, да, про эту плющелистную пеларгонию. И я не знала, что это такое. Как это плющелистная? Это вот это то, что светленькие у нее вот такие вот. Это она болеет или это так должно быть? А цветет она вот так вот. Вот. А ну нафиг. Да еще и стоят они денег. Вот она, 200 рублей. Вот она, 200 рублей. Так, там что такое? Там что-то дальше они пересаживают или еще что-нибудь там. Я не знаю. Так, проход закрыт, товар не продается. Так, ну вот это продается, плющелистная. Нет, она, вот, смотрите. До меня дошло. Вот она когда молоденькая, вот так вот, светленькая. А когда старше становится, короче, детство, отрочество и молодость. Старых тут нет, старость тут нет. Так, ладно, ну, вы знаете, не желаю я такие. Ну что это? Плющелистные. Да ну нафиг. Вот это точно не плющелистные, наверное. Вот она, посмотрите, какие выдает. Да ну какие-то они вшивенькие, какие-то и дохленькие, а это совсем другой цветок. Вон она еще тоже плющелистная, 390 рублей. Очень она большая. Я так поняла, что она вот так вот потом будет свисать, да? Все, ладно, все, я прошла, иду, все, иду, иду, иду. Уже машет, пришел, я же сказала, сейчас придет. Вот, так что... Бровалия красивая, 270. Ничего себе, посмотрите, всего 270 рублей. Какая бровалия, обалдеть. Все, иду, Саш, иду. А, вот еще вот эти сниму и все. Вот эти. Давай, давай, иду, Саша, иду. Так, вот они, плектрантус. Вот такой я маленький. О, а он цветет, этот плектрантус. Смотрите. Какие цветочки, ну он сам по себе уже красивый. Понимаете? Вот, так он еще и цветет. Мать честная, это бегонь. Нет, камнеломка плетонистная. Какая это камнеломка? Какая это камнеломка? Ё-моё! И вот я что хотела снять. Сейчас. Вот это сниму и все. Сейчас я посмотрю цену его. Так, ну вот эти цветы я, как бы они только красивые, скажу я вам, но так особо я их никогда не смотрю. Так, вот это что? Рео пестрые. А-а-а. Ну да, был он у меня Рео этот. Вы представляете, насеяли сколько? Вы смотрите, как он там прям пушистик-пушистик. Так, а это кто? Слушайте, это правда камнеломка плетеносная. Плетеносная. Какая это камнеломка, а? Ну, наверное, вон та, вот. А это совсем другое. Это вот. Вот так вот, вот. Они свисают. Вот, смотрите, у меня есть такой цветок. Да, хлорофитум. Хохлатый, сортовой. Кто помнит? Хлорофитум. Раньше они были на каждой кухне. На любой. Так, а вот этот сколько стоит? Еще раз я посмотрю. А, 270 рублей. И гипоцирта голая. Саша, иду. Гипоцирта голая. А где я видела, который цветет прям красиво-красиво? Саш, я все иду. Я сказала, что иду. Значит, иду. Так, вот. А,
А, она стоит 900 рублей. Все. Это 270, а это... А это... А, не матантус. А то гипоцерта. Так, ну все. Я на этом буду заканчивать свое видео, потому что уже стоит, ругает, ругает. Сейчас, говорит, не поеду. Куда не поеду? А, ну да, в Зельгрос мы еще собирались. Так, на этом я заканчиваю свое видео из этого моего самого любимого питомника, потому что он, правда, самый мой любимый, потому что цены мне нравятся у них очень. Обалденные цены и выбор. Посмотрите, какой огромнейший выбор. Все, всем пока-пока. Всем счастья, здоровья, успехов и новогоднего настроения. Всем-всем привет. Я в метро, и в метро тоже Новый год, как и по всем магазинам. Боже мой, сколько тележек. О, ну все. Вот все, что меня интересует, сразу при входе. Вот. Меня не интересуют игрушки. Саша, конечно, рванул туда, где игрушки. Я даже и сомневаться не хочу. Так, покупала я у них кастрюльку. 6 литров, что ли? Только у меня крышка. Или она без крышки, что ли? Что-то не помню я. Есть у меня одна кастрюля вот такая. Такого типа и без крышки. И мне нужна типа такой, да? Сколько у меня кастрюль, вы себе не представляете. Вот такую вот. Вместо сковородки. Типа сотейника. Вот. Такую еще хочу. Сколько они стоят? 2500. Потому что здесь три цены. Если 6 штук берете, то 279. Но и так по убыванию. Так. А вот здесь они отдельно, оказывается, продаются. А я и не знала. Взяла кастрюльку и пошуровала. Так, ладно. Штучки вот эти хорошие. Вот эти миски. Ох. Опс. И уже разбито, да. Кто-то уронил. Как мою ванную уронили. Ух ты, какие миски, вы знаете. 1429. Они тут другого качества, чем те, которые я покупаю где-нибудь там. Я не знаю. Ой, так, ух ты, какой дуршлаг. И прям, вы знаете, мне сразу все нужно. Вот честно, вот такой дуршлаг, именно вот такой. Для мытья большого количества. Чего сюда поставили, не знаю. Они вон внизу. Для большого количества фруктов, когда мы что-нибудь закрываем. Когда вот такую тарелку борща налить красного. Вкусного. Ой, я не могу. А, вот эти кастрюльки я очень люблю. А вот они, сотейники. А как они называются, кстати? Ай, тут ничего и не прочтешь. Вот, вот такие с ручками. Класс. Я бы вот такую себе взяла. Я даже не вижу, насколько она литров. Так, ладно, черпачки. Чего только нет. Мама дорогая. Здесь вот эта посуда шикарная. Шикарнейшая посуда. Ой, я не могу. Я сейчас буду плакать. Потому что мне нужна вот эта штучка. В общем-то, я приехала вот за этой штукенцией. Так, а где она? Типа моей. Так, это очень глубокая. Это меня Сашу надо звать. Или телефон отключать. Вот. Потому что я пеку. Так, а это почему с дырками? Так, гастроемкость. Нифига себе, гастроемкость. Вот. Чтобы варить паровые котлеты, что ли, гастроемкость? Ну как придумают. Так, ну и что? И где мой? И где? Вот, вот похоже. Ну что-то мне кажется, так, придется мне две руки нужно. Ну-ка, а, вот так вот. Да, она очень глубокая. Ё-моё, вы знаете, не разбирают все. А вот так вот, Люда, а как ты думала-то? Туда дальше нет. Так, 399. А для чего они нужны? Они без крышечек, да? А как они, пластик такой жесткий. Я не знаю, для чего они нужны. Так, ладно, мне придется вторую руку для того, чтобы посмотреть вот эту вот ширину вот этих вот. Вот этих вот, вот, вот. Подносов. Так, а сколько он стоит? 499. А, нет, 1699. Блин, вот это у меня. Так, ладно, отключаюсь. Буду смотреть и двумя руками. Как же я люблю вот эту посуду. Я вам передать не могу. Так, а для чего это? Ну, здесь очень много, я вам скажу, продается посуды для ресторанов. Вот в чем дело. Поэтому вот такой вот, вот такая тяжелая она. Вообще, эта посуда
так, выбрала я себе свою штучку. Просто у меня такая есть одна, вот еще нужна вторая. Я сейчас взялась медовик пеку. Очень это вкусно. Так, вот такие штучки у меня есть тоже. Для чего покупали, не помню, для каких-то коктейлей, что ли. Вот, что-то типа этого. Бог ты мой. Девочки, чего тут только нет, если бы вы знали. Я не могу. Это же какая прелесть магазин. И сразу, мне же даже голос прям пропал. Мне сразу захотелось всего. И вот эту доску. Так, она сейчас, если поедет, я ее разобью. И брать я уже ее не смогу. Разбитую. Да. Так, доска, ты сколько стоишь? 1600. А что она такая тяжелая? Что тут бросали все? Что за народ у нас такой? Ё-моё! 1699. А что это за доска такая? Не-не-не. Такая мне не нужна, извините. Такая точно не нужна. Боже мой. Ну, я говорю, я бы лучше сюда не заходила. Сейчас будет одно расстройство. И самое главное, я домой приеду, когда... Ой, ну тот дуршлаг я не могу. Домой, когда приеду... Ой, ну чего не взяла? Ну лучше взять и жалеть, чем жалеть не взявши. Или не взя... Не, не взявши – это неправильно. Не взявши. Вот у меня кастрюля, вот она. Вот она, эта кастрюля, вот ее... вот эти вот ручки, вот ее крышка. Вы знаете, это китайская вещь, да? Я не знаю, может... Корейская, вот она. Я даже еще коробку не выбросила. Вот. И сотейник такой же. Мне не понравился материал. Почему я не взяла ту, которая вот там, вот за стенкой, вот туда. Вот туда, туда. Надо перепрыгивать туда. Почему я эту ту не взяла, я не знаю. Ну, короче, мне она не нравится, из чего она сделана. Вот так. Так, ладно. Найти-то я нашла. А ножи какие? На ножи у нас у обоих болезнь. Вы знаете, у меня такой нож есть, большой-большой. Даже такой не тонкий, а такой, знаете, ну вот прям шикарнейший нож. Шикарнейший. Прям вообще длинный такой, мясо резать, разделывать и вообще для всего. Здесь, помню, ножи были какие-то, нужно было собирать очки какие-то, какие-то талончики. Боже мой, как вспомню, всякая ерунда. То есть нельзя было их просто так купить. Сейчас идите, покупайте, что хотите. Так, ладно, спиртное, пожалуйста, к Новому году. Что-то Саша говорил, нужно бутылку шампанского ему взять. Лично мне не нужно. Ну, даже бокал шампанского мне нельзя. Вот так вот. Категорически даже нельзя лимонад. То есть просто газированное нельзя. Вот. Ну, спиртное тоже, естественно. Диета есть диета. Она очень серьезная диета. Так, шампунь здесь это очень все дорого, я вам скажу. Метро, магазин очень дорогой, очень. Просто раньше мы сюда любили ездить, когда вещи были. Здесь вещи можно было взять по такой акции вообще. Так, кстати, я ополаскивателем пользуюсь, вот таким вот Пантин обалденный. Вот, пожалуйста, 419 рублей он стоит. А, нет. А, 319, вот перечеркнуто 419. Обалденный, я пользуюсь только ним, больше никаким. Ну, подходит, я не знаю, по всем параметрам. Так, и вот здесь вот знаете, что еще я взяла? Один раз тапочки. Тапочки, знаете, такие зайчики. Зайчики и... Кстати, я их до сих пор так, и они где-то у меня валяются. С ценником. И со всеми пирогами. И очень дешевые тапочки взяла. Вот это мне не нравится цена. И раньше здесь колготки были по акции. Они и сейчас есть. Только раньше они стоили 99 рублей, а сейчас 400. Что-то типа такого. Ну, вот. Угу. Так, Саша звонит. Это просто обыкновенный магазин-склад. Вот так вот все выложено. Ух ты, какие блестящие бутылки, я не могу, чего только не сделают, лишь бы народ покупал. Да. Как же раньше было здесь интересно. Как было все вкусно, казалось. Ух ты, ну. Сейчас, смотрите, шампанское такое блестящее. Бутылки какие, мартини. Шампанское мартини, что ли, я не пойму. Вот. Народ стоит, народ, однако, толп. Толпится, топчется. Ну, не как Новый год. Вот, Саш.
То, что ты хотел. 239 рублей. Полусладкое, тем более полусладкое. Ой, как я раньше любила полусладкое. Смотри, 239 рублей. Слушай, возьми мне еще тоже одну бутылку. Зачем? Подарю. Именно в подарок. Именно в подарок. Так, ты знаешь, да? А ты знаешь, давай еще одну, давай. Одну Коле, другую Оле. Все. Я с подарками, как говорится, решено все. Вот так вот, представляете, вот по такой цене, да? 239. Вот это вот перечеркнуто. Да. Да. Ой, какая золотая бутылка, золотая, золотая. Так что вот так вот я с подарком разобралась. Так, обрал дюрсо, стоя 399 рублей. Так, быстро, метра. Тем более за полусладкое. Ой, как я его любила раньше. Я прям бы сейчас, наверное... Сейчас бы я, наверное, и выпила шампанского. Прям такая ностальгия всколыхнула меня. Ну что, сладости есть? Пойдем. Ты не будешь. Ну все, пошли на выход. Мы все взяли. Самое главное, что я взяла силет. Саша взял, нашел. Последний забрал. Было бы 5, добрали бы 5. Возможно, даже бы 10 взяли. По 200 рублей. Именно силит. Не силит бэнк, а силит очень помидоры. В каких банках, смотрите. Именно силит обыкновенный в белых бутылках чистит очень хорошо ванную. Потому что унитаз другим чищу. А силит он, да, ванную. Исключительно для ванной. Ой, Саш, мне я в крема зайду. А где крема-то? Или будем посмотреть на Барберес? Кофе. Так, о, кофе. Кофе, кофе. Цветовой кофе, нет? Смотри. Какой-то пачка похож. Сейчас, Саша пьет вот такой кофе. Амбассадор. Не знаю, это дешево, дорого. Не знаю, не знаю. Кофе, смотри. А, у тебя там целая пачка еще кофе. То есть целый килограмм. Якобс Монарх. Да, у нас настоящая кофемашина за 40 рублев. Я имела в виду тысячи. Так, президент. Это тоже? Ну да, это здесь. О, 1919. Угу. Экспрессы 1500. Так, ну что ж. Уже, мы уже подошли к кассе. Мы уже в кассе. Кого? Нет, игрушки не видела. Да ладно тебе, жарти. Коробку? Ну зачем оно там надо тебе? Сладости? Прекрати. Прекрати. Я тебе медовики. Ой-ой-ой, моя тема. Моя тема. Ну что ж, на этой теме будем заканчивать. Здесь всегда вот эта горка, вот этих цветочков. Красота невероятная. Так, вот цены, пожалуйста. Самообслуживания здесь, кажется, и не было никогда. Или была? Была вроде бы. Какие кремовые, бог ты мой. Показывают розовые, но они не розовые. Они кремовые такие. Вообще обалдеть. Красота! Так, мы сейчас поедем еще к одной красоте невероятной. Мы в Зельгроссе. Посмотрите, какая елочка. Красивая. Да, видео трястись будет снова. Потому что держу в руке. Селфи-палка у меня очень сложная. Я с ней так и не подружилась. Зато 5000 выбросила, как говорится, фактически на помойку. Сейчас она стоит, я даже не представляю, сколько. А что такой тяжелый, дракоша? Наверное, конфета. Ой, и этот тяжелый, да, все, поняла. Ёлочка! Ёлочка красивая, ёлочка золотая. Так, ладно. Саша сказал идти в обувь. Ух ты, тут поменяли, вы знаете, сделали. Ой, здесь какая обувь была. Сделали немножко по-другому. Так, шлёпанцы вижу. Кожа. Вижу шлёпанцы кожа. Да. Вот такая, я не люблю. Вот это точно будет тереть. Оно уже сейчас прям вот это тоже будет тереть. Все. Я люблю такую обувь, которую не чувствуешь вообще на ноге. Так, особые у нас все. Здесь немецкая обувь была. Я еще успела урвать.
все-таки женская или мужская? Вот это мужская, да? Ну, вы знаете, очень классные сапоги. Кожа. Очень приятная кожа. Так, уги. Здесь очень была дорогая обувь. Но при этом очень такая, знаете, 6790. Очень хорошая. Саш, нет, ничего, посмотри. Вообще ничего. 7982. Да я на Вальберес такие себе уги урву. Вот ботинки хорошие. У меня такие только рыжие. Так. 8919. Да, ну. Да, это наша тележка. Нет, ничего, да? Все, пойдем. Все, идем. Так. А это тут Люда шурует себе потихоньку. Так, ладно, да. Ох, какая, прям какое разочарование. Вы себе не представляете. Да, разочарование. Штанишки, знаете, хлопок-хлопок. Прям хлопок-хлопок. Но они короткие. Да, ну, сейчас модно вот эти вот укороченные штаны такие, выше косточки. Я не люблю такую моду, потому что она уродует женскую фигуру. Нет, я понимаю, когда там ноги от ушей. Понимаете, есть такие ноги. Они прям до неприличия высокие. Это не ноги, а это вот... Есть такая певица Анжелика Агурваш. Я была на ее концерте, я никогда не забуду. Она разулась на сцене, прям скинула свои туфли и пошла в зал босиком петь. Я таких ног в своей жизни не видела и навряд ли еще раз увижу. Это нечто было, правда, до неприличия, прям такие ноги, дикий ужас. Ну, правда, не видела такого в жизни, я своей не видела, таких ног. Так что вот так вот, так. Ну и что, елок очень много. Огромнейший выбор. Выбор такой, что прям голова кругом. Вот смотрите, в метр я не пошла, смотреть. Так, вот меня что-то здесь, мое внимание привлекло, вот такие вот фигурки. А зачем они вот эти фигурки, а? И как они называются? Не увижу, нет, я хоть и в очках. Нет. Короче, девочка, балерина, типа того, что... Так, а это мальчик. Пастух, наверное, да? Или девушка-пастушка. Ой, какая симпатичная. Зачем эти фигурки, а? Кто мне скажет, зачем эти фигурки? Так, фея Алиса. О, все. Зато все понятно, что это фея Алиса. Так, ну что ж, туда мы не пойдем, сюда мы не пойдем. Куда же мы пойдем, интересно? Я даже забыла уже, зачем мы сюда приехали. Елочные украшения и елочка. А вот эти фигурки я люблю, вы знаете. Вот эти, я их люблю собирать. У меня даже полочка есть такая с ними. Это простые фигурки. Они, как говорится, денег стоят тоже. Простых и мало. Что, Саша, что ты там увидел-то? Не замерзнут, не замерзнут. Ты же сказал, что не замерзнут. Все, пошли тогда. Быстро пошли. Заяц. Вы знаете, тут так интересно. Полотенца всевозможные, красивые. Жаль. Блин, болезнь. Красное не люблю, но оно не совсем красное. Яркая фуксия. Ладно, все. Саш, пошли. Ух ты. Ух ты, арочка такая, арочка, вы знаете, для чего? Для клематиса, да. Ух ты, какая арка! Так уж, ты посмотри. Вы посмотрите, сколько она стоит. Была 2699, стала 499. Девочки! О, она такая крепкая! Девочки, и она металлическая, да? Да, она металлическая. Она такая большая, блин, а где ее взять-то? Нет, такую у меня украдут прям мухой-мухой. Блин, какая она классная, я сейчас Сашу уговорю. Куда он рванул-то? Ну с ума сойти, а? Ну что ж такое-то, а? Вы посмотрите, что творится, люди добрые, посмотрите, какая красота. Около пятиэтажного дома я, конечно, это не могу поставить. Я даже вот этого не могу поставить около пятиэтажного дома. Лисенка. А на даче, конечно, да. Иду, Сашуня, иду я. Я понимаю, что там цветы. Посмотри, здесь селит еще, пожалуйста. Да, на улице минус 15.
Просто я цветы купила, понимаете, в чем дело. Вот он меня торопит. Но он торопит меня, конечно, не столько, что за мои цветы волнуется. Саша, а мы все уже купили, да? Нет, тебе надо чиабатту купить. Чиабатту, да, это не... У-у-у! Тихий ужас. Что я тихий ужас? От этих чиабат поправляешься. Меня уже разнесло прям сидя за месяц. Что будет к концу весны, я не представляю даже. Мне даже страшно становится. Нет, это не силит. Нет. И там нет его, да? А вот здесь? Там дальше. Внимание, сотрудник клининговой компании. Пробуем пройти на 19-ю кассу. Внимание, сотрудник клининговой компании. Вот он, вот он. И вот он мой любимый. Вот он, господи, попался ты мне. Вау. Возьми, возьми. Вот так вот я люблю силитом пользоваться. О, все, купили. Да, поехали. Биокаре. Так, для мытья посуды. А, да ну нафиг. 400 рублей. Я лучше буду пользоваться Ферри. Так, кстати, бальзам поваскивайте на Вальдерес. Вот этот. Вот этот стоит что-то 300 или 350. Да, вот такая 5-литровая. Да-да-да, я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Жидкое мыло, не-не. Так, 5 литров. Так, ладно. Вот так мы быстро бегаем всегда. Почему скажете так быстро? Спросите, почему так быстро? Ну, Саша, хватит, заканчивай с игрушками. Да любит человек. Сколько... Ты же у тебя игрушек было всегда, море елочных. Я помню, такие старые игрушки были, красивые. Я их отдала одной женщине. Где эти игрушки сейчас? Выбросила. Выбросила. Иду за хлебом. Все. А ты иди по своим делам. Так, сыр российский есть? Люди, расскажите, есть у вас сыр российский? Потому что остальное, да нет. Лучше возьмем мы это в Нарфаминске. Я так думаю, сколько здесь эти сыры валяются, не знаю. А здесь и нету белорусского, да? Ага. Топленое молоко, голландский богам. Почему есть? Вот, пожалуйста, Брест-Литовск. Брест-Литовский. Сливочный тильзитер российский, пожалуйста, 200 рублей. Вот эта штучка. Так, а что-то он такой прям это... Российский. На, куры охлажденные? Нет, не знаю. Так, пошла я за хлебушкой. Пошла я. Взяла себе сырок российский. В крайнем случае, если он мне не понравится, я Саше бутерброда сделаю. Скажите, ну и наглая. Тема, Сашина тема, любимая тема. Пирожные грабские развалины. А где эти развалины? Вот это что ли? Да нет, это зефир. Какие тут развалины? Ладно, пойду я свой хлебушек. Вот мальчик стоит там и ждет от меня уже. Свой хлебушек возьму, и на этом мы, наверное, свои покупки завершим. Так, еще знаете, что у них отдел есть? Отдел, где готовят колбасу. Вот он там находится. Сейчас я покажу. Зельгроссе. Тут грибы соленые, всевозможные салатики. Тоже отдел туда дальше есть. Вон туда, в правую сторону. Зелень, все свежее. И вот здесь вот делают колбасы. Так, вот там вот отдел, который делают колбасы. Там такое все запеченное, все вкусное. Ну что, нашел курей? Эти крылышки. Сейчас так, все за хлебом и ко дворам. Ой, это ужас, конечно. Этот магазин мне обойти за целый день, я думаю. Всем-всем привет. Я на даче. Снег идет. У нас минус 15. Это город Апрелевка. Да-да-да, та самая Апрелевка, которая знаменита была грампластинкой «Мелодия». Сюда приезжали очень многие актеры в эту Апрелевку. И здесь вот выпускалась эта пластинка как раз. Вот. И Пугачева здесь была. Ну и кроме Пугачева, и Пугачева это уже прям знаменитость такая. Знаменитость! Вот, ну и все остальные актеры. Здесь у нас еще и ресторан есть, и был. Сейчас я даже не знаю, работает или нет. Там столько актеров приезжало. Уф, море. Так, ну что, розы спят. Не все еще завалило снегом, я имею в виду бока, вот эти вот боковинушки. Вот. Было бы, конечно, хорошо, чтобы прям все-все-все вот закинуть бы, чтобы вот эти все бока были закрытые. Я так думаю. Снег, что ли, немножко почистить? Потому что мы приехали по делу, так сказать. Должны газовщики приехать, что-то там... Ну, очередная, короче, проверка газового котла. Отопление – это важно. Так, ну, все равно здесь чистенько более-менее. Ой, держу телефон, трясется. Так, а это что? А, это бордюрчик дорожки.
О, слышно, скрипит как? Так, ну здесь прям почти все, я не вижу ту сторону. Вот я думаю, что тоже там все закрыто. Тут все закрыто, вот там только в конце боковинка видна немножко. Так, я здесь закидывала немножко снега, да. Я думаю, что там тоже все закрыто. Даже если не закрыто, там забор. И думаю, что там тепло, хорошо. Вот, особенно всегда тепло, вот те вот. Ох, как сдувает с крыши дома. Вот как вот Саша разрешил построить дом метр от забора. Я не могу, это ему пофиг. Но я имею в виду соседям. Соседи хорошие у нас. Знаете, если хотите, чтобы вам относились хорошо, относитесь к ним, к этим людям тоже хорошо. Вот боковиночка видна, но я думаю, что это не страшно. Не совсем страшно и не критично, очень. Вот я считаю, все хорошо, прям все прекрасно. Все, ладно, пойду, наверное, лопатку возьму, потому что в доме сидеть, пока приедут эти газовщики. Так, очереночник мой, очереночник уже и не видно. Вот такой горбик только, вот только видно, что я натягивала вот помпонт на эту штучку, вот железную. Вот там железочка вот эта зелененькая и торчит. Так, все. На этом буду заканчивать свой пробег по огороду. Всем счастья, здоровья, успехов в жизни, в ваших начинаниях и вообще во всем. Будьте счастливы. Какая метель. Всем привет. Я у метра, и у метра тоже новый год, как и по всем магазины. Боже мой, сколько тележек. О, ну все. Вот все, что меня интересует, сразу при входе. Вот. Меня не интересуют игрушки. Саша, конечно, рванул туда, где игрушки. Я даже и сомневаться не хочу. Так, покупала я у них кастрюльку. 6 литров, что ли. Только у меня крышка. Или она без крышки, что ли? Что-то не помню я. Есть у меня одна кастрюля вот такая. Такого типа и без крышки. И мне нужна тип такой, да? Сколько у меня кастрюль, вы себе не представляете. Вот такой вот. Вместо сковородки. Типа сотейника. Вот, такую еще хочу. Сколько они стоят? 2500. Потому что здесь три цены. Если 6 штук берете, то 279. Но и так по убыванию. Так, а вот здесь они отдельно, оказывается, продаются. А я и не знала, взяла кастрюльку и пошуровала. Так, ладно, штучки вот эти хорошие, вот эти миски. Ох, упс, и уже разбито, да. Кто-то уронил. Как мою ванную уронили. Ух ты, какие миски, вы знаете, 1429. Они тут другого качества, чем те, которые я покупаю где-нибудь там, я не знаю. Ой, так, ух ты, какой дуршлаг. И прям, вы знаете, мне сразу все нужно. Вот честно, вот такой дуршлаг, именно вот такой, для мытья большого количества. Чего сюда поставили, не знаю, а не вон внизу. Для большого количества фруктов, когда мы что-нибудь закрываем, когда... такую тарелку борща налить красного, вкусного. Ой, я не могу. А, вот эти кастрюльки я очень люблю. А вот они, сотейники. И как они называются, кстати? Ай, тут ничего и не прочтешь. Вот такие с ручками. Класс. Я бы вот такую себе взяла. Я даже не вижу, насколько она литров. Так, ладно, черпачки. Чего только нет. Мама дорогая. Здесь вот эта посуда шикарная. Шикарнейшая посуда. Ой, я не могу. Я сейчас буду плакать. Потому что мне нужна вот эта штучка. В общем-то, я приехала вот за этой штукенцией. Так, а где она? Типа моей. Так, это очень глубокая. Это меня Сашу надо звать. Или телефон отключать. Вот. Потому что я пеку. Так, а это почему с дырками? Так, гастроемкость. Нифига себе, гастроемкость. Чтобы варить паровые котлеты, что ли, гастроемкость. Ну как придумают. Так, ну и что? И где мой? И где? Вот похоже. Ну что-то мне кажется, так. Придется мне две руки нужно. Ну-ка, вот так вот. Да, она очень глубокая. Ё-моё, вы знаете, не разбирают все. А вот так вот, Люда, а как ты думала-то? Туда дальше нет. Так, 399. А для чего они нужны?
Они без крышечек, да? А как они? Пластик такой жесткий. Я не знаю, для чего вы нужны. Так, ладно, мне придется вторую руку для того, чтобы посмотреть вот эту вот ширину вот этих вот. Вот этих вот, вот подносов. Так, а сколько он стоит? 499. А, нет, 1699. Или вот это у меня. Так, ладно, отключаюсь. Буду смотреть двумя руками. Как же я люблю вот эту посуду. Я вам передать не могу. Так, а для чего это? Ну, здесь очень много, я вам скажу, продается посуды для ресторанов. Вот в чем дело. Поэтому вот такой вот, такая тяжелая она. Вообще, эта посуда. Так, выбрала я себе свою штучку. Просто у меня такая есть одна. Вот еще нужна вторая. Я сейчас взялась медовик пеку. Очень это вкусно. Так, вот такие штучки у меня есть тоже. Для чего покупали, не помню, для каких-то коктейлей, что ли. Вот, что-то типа этого. Бог ты мой. Девочки, чего тут только нет? Если бы вы знали. Я не могу. Это же какая прелесть магазин. И сразу, у меня же даже голос прям пропал. Мне сразу захотелось всего. И вот эту доску. Так, она сейчас, если поедет, я ее разобью. И брать я уже ее не смогу. Разбитую. Да. Так, доска, ты сколько стоишь? 1600. А что она такая тяжелая? Что тут бросали все? Что за народ у нас такой? Ё-моё! 1699. А что это за доска такая? Не-не-не. Такая мне не нужна, извините. Такая точно не нужна. Боже мой, боже мой. Ну я говорю, я бы лучше сюда не заходила. Сейчас будет одно расстройство. И самое главное, я домой приеду, когда... Ой, ну тот дуршлаг я не могу. Домой, когда приеду... Ой, ну чего не взяла? Ну лучше взять и жалеть, чем жалеть не взявши. Или не взя... Не, не взявши, это неправильно. Не взявши. Вот у меня кастрюля, вот она. Вот она, эта кастрюля, вот ее... вот эти вот ручки, вот ее крышка. Вы знаете, это китайская вещь, да? Я не знаю, может... Корейская, вот она. Я даже еще коробку не выбросила. Вот. И сотейник такой же. Мне не понравился материал. Почему я не взяла ту, которая вот там, вот за стенкой, вот туда. Вот туда, туда. Надо перепрыгивать туда. Почему я эту ту не взяла, я не знаю. Ну, короче, мне она не нравится, из чего она сделана. Вот так. Так, ладно. Найти-то я нашла. А ножи какие? На ножи у нас у обоих болезнь. Вы знаете, у меня такой нож есть, большой-большой. Даже такой не тонкий, а такой, знаете, ну вот прям шикарнейший нож. Шикарнейший. Прям вообще длинный такой, мясо резать, разделывать и вообще для всего. Здесь, помню, ножи были, какие-то нужно было собирать. Очки какие-то талончики, боже мой, как вспомню. Всякая ерунда. То есть нельзя было их просто так купить. Сейчас идите, покупайте, что хотите. Так, ладно, спиртное, пожалуйста, к Новому году. Что-то Саша говорил, нужно бутылку шампанского ему взять. Лично мне не нужно. Ну, даже бокал шампанского мне нельзя. Вот так вот. Категорически даже нельзя лимонад. То есть просто газированное нельзя. Вот. Но спиртное тоже, естественно. Диета есть диета. Она очень серьезная диета. Так, шампуни здесь это очень все дорого, я вам скажу. Метро, магазин очень дорогой, очень. Просто раньше мы сюда любили ездить, когда вещи были. Здесь вещи можно было взять по такой акции вообще. Так, кстати, я ополаскивателем пользуюсь, вот таким вот Пантен обалденный. Вот, пожалуйста, 419 рублей он стоит. А, нет, а чуть... А, 319, вот перечеркнуто 419. Обалденный, я пользуюсь только ним, больше никаким. Ну, подходит, я не знаю, по всем параметрам. Так, и вот здесь вот знаете что, еще я взяла один раз тапочки. Тапочки, знаете, такие зайчики. Зайчики и... Кстати, я их до сих пор так, и они где-то у меня валяются. С ценником и со всеми пирогами. И очень дешевые тапочки взяла. Вот это мне не нравится цена. И раньше здесь колготки были по акции. Они и сейчас есть. Только раньше они стоили 99 рублей, а сейчас 400. Что-то типа такого. Ну вот. Угу. Так, Саша звонит.
Это просто обыкновенный магазин-склад. Вот так вот все выложено. Ух ты, какие блестящие бутылки. Я не могу, чего только не сделает, лишь бы народ покупал. Да. Как же раньше было здесь интересно. Как было все вкусно, казалось. Ух ты, ну. Сейчас, смотрите, шампанское такое блестящее. Бутылки какие, мартини. Шампанское мартини, что ли, я не пойму. Вот. Народ стоит. Народ, однако, топчется. Ну, не как Новый год. Вот, Саш, то, что ты хотел. 239 рублей. Полусладкое, тем более полусладкое. Ой, как я раньше любила полусладкое. Смотри, 239 рублей. Слушай, возьми мне еще тоже одну бутылку. Зачем? Подарю. Именно в подарок. Именно в подарок. Да, так, ты знаешь, да. А ты знаешь, давай еще одну. Давай одну Коле, другую Оле. Все. Я с подарками, как говорится, решено все. Вот так вот. Представляете, вот по такой цене, да? 239. Вот это вот перечеркнуто. Да. Да. Ой, какая золотая бутылка. Золотая. Так что вот так вот я с подарком разобралась. Так, обрал Дюрсо, стоя 399 рублей. Так, быстро, метра. Тем более за полусладкое. Ой, как я его любила раньше. Я прям бы сейчас, наверное... Сейчас бы я, наверное, выпила шампанского. Прям такая ностальгия всколыхнула меня. Ну что, сладости есть? Пойдем. Ты не будешь. Ну все, пошли на выход. Мы все взяли. Самое главное, что я взяла силет. Саша взял, нашел. Последний забрал. Было бы 5, забрали бы 5. Возможно, даже бы 10 взяли. По 200-то рублей. Именно силит. Не силит бэнк, а силит очень. Помидоры в каких банках, смотрите. Именно силит. Обыкновенный в белых бутылках чистит очень хорошо ванную. Потому что унитаз другим чищу. А силит он, да, ванную. Исключительно для ванной. Ой, Саш, мне я в крема зайду. А где крема-то? Или будем посмотреть на Бальберес? Кофе. Так, о, кофе. Кофе. Тебе такой кофе, нет? Смотри. Какой-то пачка похож. Нет, Саша пьет вот такой кофе. Амбассадор. Не знаю, это дешево, дорого. Не знаю. Кофе, смотри. А, у тебя там целая пачка еще кофе. То есть целый килограмм. Якобс, Монарх. Да, у нас настоящая кофемашина за 40 рублев. Я имела в виду тысячи. Так, Президент. Это тоже? Ну да, это здесь. О, 1919. Угу. Экспрессия 1500. Так, ну что ж. Уже, мы уже подошли к кассе. Мы уже в кассе. Кого? Нет, игрушки не видела. Да ладно тебе, жарти. Коробку? Ну зачем оно там надо тебе? Сладости? Прекрати. Прекрати. Я тебе медовики. Ой, моя тема. Моя тема. Ну что ж, на этой теме будем заканчивать. Здесь всегда вот эта горка, вот этих цветочков. Красота невероятная. Так, вот цены, пожалуйста. Самообслуживания здесь, кажется, и не было никогда. Или была? Была вроде. Какие кремовые, бог ты мой. Показывают розовые, но они не розовые. Они кремовые такие. Вообще обалдеть. Красота. Так, ну и сейчас поедем еще к одной красоте невероятной. Фиолетовые. Мы в Зельгроссе. Посмотрите, какая елочка. Красивая. Да, видео трястись будет снова. Потому что держу в руке. Селфи-палка у меня очень сложная. Я с ней так и не подружилась. Зато 5000 выбросила, как говорится, фактически на помойку. Сейчас она стоит, я даже не представляю, сколько. О, вообще такой тяжелый дракоша. Наверное, конфета. Ой, и этот тяжелый, да, все, поняла.
Ёлочка! Ёлочка красивая, ёлочка золотая. Так, ладно. Саша сказал идти в обувь. Ух ты, тут поменяли, вы знаете, сделали. Ой, здесь какая обувь была. Сделали немножко по-другому. Так, шлёпанцы вижу. Кожа. Вижу шлёпанцы кожа. Да. Вот такая, я не люблю. Вот это точно будет тереть. Оно уже сейчас прям вот это тоже будет тереть. Все. Я люблю такую обувь, которую не чувствуешь вообще на ноге. Так, особые у нас все. Здесь немецкая обувь была. Я еще успела урвать. Это женская или мужская? Вот это мужская, да? Ну, вы знаете, очень классные сапоги. Кожа. Очень приятная кожа. Так, уги. Здесь очень была дорогая обувь, но при этом очень такая, знаете, 6790, очень хорошая. Саш, нет, ничего, посмотри, вообще ничего, 7982, да я на Вальберес такие себе уги урву. Вот ботинки хорошие, у меня такие только рыжие. Так, 8919, да, ну. Да, это наша тележка. Нет, ничего, да? Все, пойдем. Все, идем. Так. А это тут Люда шурует себе потихоньку. Так, ладно, да. Ох, какая, прям какое разочарование. Вы себе не представляете. Да, разочарование. Штанишки, знаете, хлопок-хлопок. Прям хлопок-хлопок. Но они... короткие, да. Ну, сейчас модно вот эти вот укороченные штаны такие выше косточки. Я не люблю такую моду, потому что она уродует женскую фигуру. Нет, я понимаю, когда там ноги от ушей, понимаете, есть такие ноги, они прям до неприличия высокие. Это не ноги, а это вот есть такая певица Анжелика Агурбаш. Я была на ее концерте, я никогда не забуду. Она разулась на сцене, прям скинула свои туфли и пошла в зал босиком петь. Я таких ног в своей жизни не видела и навряд ли еще раз увижу. Это нечто было, правда, до неприличия, прям такие ноги, дикий ужас. Ну, правда, не видела такого в жизни, я своей не видела, таких ног. Так что вот так вот, так. Ну и что, елок очень много. Огромнейший выбор. Выбор такой, что прям голова кругом. Вот смотрите, в метро я не пошла. В метро я не пошла смотреть. Так, вот меня что-то здесь, мое внимание привлекло вот такие вот фигурки. А зачем они вот эти фигурки, а? И как они называются? Не увижу, нет, я хоть и в очках. Нет. Короче, девочка, балерина, типа того, что. Так, а это мальчик. Пастух, наверное, да? Или девушка-пастушка. Ой, какая симпатичная. Зачем эти фигурки, а? Кто мне скажет, зачем эти фигурки? Так, фея Алиса. О, все. Ну то все понятно, что это фея Алиса. Так, ну что ж, туда мы не пойдем, сюда мы не пойдем. Куда же мы пойдем, интересно? Я даже забыла уже, зачем мы сюда приехали. Елочные украшения и елочка. А вот эти фигурки я люблю, вы знаете. Вот эти, я их люблю собирать. У меня даже полочка есть такая с ними. Это простые фигурки. Они... как говорится, денег стоит тоже, простых и мало. Что, Саша, что ты там увидел-то? Ёлки. Не замерзнут, не замерзнут. Ты же сказал, что не замерзнут. Все, пошли тогда. Быстро пошли. Заяц. Заяц, заяц, заяц. Вы знаете, тут так интересно. Полотенца всевозможные, красивые. Жаль. Блин, болезнь. Красное не люблю, но оно не совсем красное. Яркая фуксия. Ладно, так. Саш, пошли. Ух ты. Ух ты, арочка такая. Арочка, вы знаете, для чего? Для климатиса, да. Ух ты, какая арка. Так уж. Ты посмотри. Вы посмотрите, сколько она стоит. Была 2699, стала 499. Девочки. О, она такая крепкая. Девочки, и она металлическая, да? Да, она металлическая. Она такая большая. Блин. Блин. А где ее взять-то?
Нет, такую у меня украдут прям мухой-мухой. Блин, какая она классная, я сейчас Сашу уговорю. Куда он рванул-то? Ну, с ума сойти, а? Ну, что ж такое-то, а? Вы посмотрите. Вы посмотрите, что творится, люди добрые. Посмотрите, какая красота. Около пятиэтажного дома я, конечно, это не могу поставить. Я даже вот этого не могу поставить около пятиэтажного дома. Лисенка. А на даче, конечно, да. Иду, Сашуня, иду я. Я понимаю, что там цветы. Посмотри, здесь селит еще, пожалуйста. Да, на улице минус 15. Просто я цветы купила, понимаете, в чем дело. Вот он меня торопит. Ну, он торопит меня, конечно, не столько, что за мои цветы волнуется. Саша, а мы все уже купили, да? Нет, тебе надо чиабатту купить. Чиабатту, да, это не... Ух, тихий ужас. Что я, тихий ужас? От этих чиабат поправляешься. Меня уже разнесло, прям сидя за месяц. Что будет к концу весны, я не представляю даже. Мне даже страшно становится. Нет, это не силит. Нет. И там нет его, да? А вот здесь? Там дальше. Внимание, сотрудник клининговой компании. Пробуем проект на 19-ю газу. Внимание, сотрудник клининговой компании. Вот он, вот он. И вот он мой любимый. Вот он, господи, попался-то мне. Вау. Возьми, возьми. Вот так вот я люблю силитом пользоваться. О, все, купили. Да, поехали. Биокаре, так, для мытья посуды. А, да ну нафиг, 400 рублей. Я лучше буду пользоваться Фэри. Так, кстати, Баризаму поваскивайте на Вальберес, вот это. Вот этот стоит что-то 300 или 350. Да, вот такая 5-литровая, да-да-да, я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь, жидкое мыло, не-не. Так, 5 литров. Так, ладно. Вот так мы быстро-быстро бегаем всегда. Почему скажете так быстро? Спросите, почему так быстро? Ну, Саша, хватит, заканчивай с игрушками. Да любит человек. Сколько... Ты же у тебя игрушек было всегда, море елочных. Я помню, такие старые игрушки были, красивые. Я их отдала одной женщине. Где эти игрушки сейчас? Выбросила. Выбросила. Иду за хлебом, все. А ты иди по своим делам. Так, сыр российский есть? Люди, расскажите, есть у вас сыр российский? Потому что остальное, да нет. Лучше возьмем мы это в Нарфоминске. Я так думаю, сколько здесь эти сыры валяются, не знаю. А здесь и нету белорусского, да? Ага. Топленое молоко, голландский магам. Почему есть? Вот, пожалуйста, Брест-Литовск. Брест-Литовский. Сливочный тильзитель российский, пожалуйста, 200 рублей. Вот эта штучка. Так, а что-то он такой прям это... Российский. На, куры охлажденные? Нет, не знаю. Так, пошла я за хлебушкой. Пошла я. Взяла себе сырок российский. В крайнем случае, если он мне не понравится, я Саше бутерброды сделаю. Скажите, ну и наглая. Тема, Сашина тема, любимая тема. Пирожные грабские развалины. А где эти развалины? Вот это что ли? Да нет, это зефир. Какие тут развалины? Ладно, пойду я свой хлебушек. Вот мальчик сидит, стоит там и ждет от меня уже. Свой хлебушек возьму, и на этом мы, наверное, свои покупки завершим. Так, еще знаете, что у них отдел есть? Отдел, где готовят колбасу. Вот он там находится. Сейчас я покажу. Зельгроссит. Тут грибы соленые, всевозможные салатики. Тоже отдел туда дальше есть. Вон туда, в правую сторону. Зелень, все, все свежее. И вот здесь вот делают колбасы. Так, вот там вот отдел, который делают колбасы. Там такое все запеченное, все вкусное. Ну что, нашел курей? Эти крылышки. Сейчас так, все за хлебом и ко дворам. Ой, это ужас, конечно. Этот магазин мне обойти за целый день, я думаю. Всем-всем привет. Я на даче. Снег идет. У нас минус 15. Это город Апрелевка. Да-да-да, та самая Апрелевка, которая знаменита была грампластинкой «Мелодия». Сюда приезжали очень многие актеры в эту Апрелевку. И здесь вот выпускалась эта пластинка как раз. Вот. И Пугачева здесь была. Ну и кроме Пугачева, это уже прям знаменитость такая. Знаменитость!
Вот, мы все остальные актеры. Здесь у нас еще и ресторан есть, и был. Сейчас я даже не знаю, работает или нет. Там столько актеров приезжало. Ух, море. Так, ну что, розы спят. Не все еще завалило снегом, я имею в виду бока вот эти вот, боковинушки. Вот. Было бы, конечно, хорошо, чтобы прям все-все-все вот закинуть бы, чтобы вот эти все бока были закрытые. Я так думаю. Снег, что ли, немножко почистить? Потому что мы приехали по делу, так сказать. Должны газовщики приехать, что-то там... Ну, очередная, короче, проверка. Газового котла. Отопление – это важно. Так, ну, все равно здесь чистенько более-менее. Ой, держу телефон, трясется. Так, а это что? А, это бордюрчик, дорожки. О, слышно, скрипит как? Скрипит все. Так, ну здесь прям почти все, я не вижу ту сторону. Вот я думаю, что тоже там все закрыто. Тут все закрыто, вот там только в конце боковинка видна немножко. Так, я здесь закидывала немножко снега, да. Я думаю, что там тоже все закрыто. Даже если не закрыто, там забор. И думаю, что там тепло, хорошо. Вот, особенно всегда тепло вот те вот. Ох, как сдувает с крыши дома. Вот как вот Саша разрешил построить дом метр от забора. Я не могу. Это ему пофиг. Но я имею в виду соседям. Соседи хорошие у нас. Знаете, если хотите, чтобы вам относились хорошо, относитесь к ним, к этим людям тоже хорошо. Вот боковиночка видна. Но я думаю, что это не страшно. Не совсем страшно и не критично очень. Вот я считаю, все хорошо, прям все прекрасно. Все, ладно, пойду, наверное, лопатку возьму, потому что в доме сидеть, пока приедут эти газовщики. Так, а, вот, череночник мой, а череночник уже и не видно. Вот такой горбик только, вот только видно, что я натягивала вот спанбонд на эту штучку вот железную. Вот там железочка вот эта зелененькая и торчит. Так, все, на этом буду заканчивать свой пробег по огороду. Всем-всем счастья, здоровья, успехов в жизни, в ваших начинаниях и вообще во всем. Будьте счастливы. Какая метель!